А дети ваши учились в России? В России, в Москве. А я могу послать детей куда угодно. В Лондон, Нью-Йорк, Париж. Они хорошо говорят на английском, у них нет никаких проблем. Да и у меня нет, я все-таки бывший президент Российского еврейского конгресса. И, соответственно, очень хорошо знаю окружающий мир. Можно послать в Израиль. Ну, я задал вопрос, они категорически оба отказались. Ну, молодцы. Такой нормальный, вполне себе патриотизм. Другое дело... То есть они, я перебью, из патриотических соображений отказались? Они из-за какой-то конъюнктуры? А какой конъюнктуры? Я не знаю. Вы знаете, у меня сын кончил самое что ни на есть конъюнктурное заведение – Суриковку. В качестве искусствоведа. Диплом писал по керамике индейцев Мачика, что сильно изумило Суриковку. Насчет конъюнктуры – это забавно. А работает компьютерщиком, вот программистом, очень хорошим, сильным, самоучкой. Угу. Ну, я же тоже не учился тому, чтобы создавать институт Ближнего Востока или корпорацию. Это все так получилось в рамках того, как получилось. А дочка кончила РГГУ, тогда еще блистательную школу психологии. Сейчас врагушники, как его называет именно эту школу психологии, местное чиновничество уничтожает аккуратно и безжалостно, хотя она имеет мировую славу. Ну, разводим руками, понимаем, что делать. Все в этом мире проходит, в том числе и научные школы.